Not plus anybody, anyone, anything, nobody, no one, nothing. То есть not плюс никто, никто, ничто. Потому что, смотрите, anything это что-то, а здесь not, то есть получается отрицание. Никто, никого, ничто. Not anybody, no one, and for people. There isn't anybody in the room. То есть, если было бы there is anybody, кто-то есть, только лучше говорить somebody, это правильно. Но здесь висит not, значит отрицание, никого нету. There isn't anyone in the room. There is nobody in the room, никого нету. There is no one in the room. То есть прямым текстом, никого нету. Who is in the room? Кто в комнате? Nobody, no one, никого. Anybody-anyone, nobody-no one. Body-one, ну, body-тело-физический объект, это одно и то же самое. Теперь выше. Not anything – это для вещей. There isn't anything in the bag. Ничего в сумке нету. There is nothing in the bag. Ничего нету в сумке. What's in the bag? Nothing. Not plus anybody, anyone. I don't know anybody here. Никого здесь не знаю. Nobody, not anybody, no one, not one. I'm lonely, I've got nobody to talk. Мне скучно. Я хочу с кем-то поговорить. А здесь никого нету. The house is empty. Домик пустой. There is no one in it. Никого нету. I can't remember anything. Ничего не могу вспомнить. Nothing, not plus anything, she said nothing. Она ничего не сказала. She did not say anything. Она ничего не сказала. There is nothing to eat. Ничего нету. Есть. Либо there isn't anything to eat. Есть два варианта. Либо через not plus anything, либо через nothing прямым текстом. You can use nobody, no one, nothing at the beginning of the sentence or alone to answer questions. Можно использовать никто, никто, ничто в форме ответа на вопрос. The house is empty. Nobody lives there. Who did you speak to? No one. Домик пустой. Никто там не живет. С кем вы говорили? Ни с кем. Nothing happened. Ничего не случилось. What did you say? Что вы сказали? Ничего. Запомните, либо негативный глагол плюс anybody, anyone, anything, либо наоборот, позитивный глагол, но здесь отрицание. Вспомним принцип батарейки. Либо плюс, либо минус, но два плюса в одно устройство не вставляются. Так же самое, как два минуса на один полюс никогда не поворачиваются. He doesn't know anything. Он ничего не знает. Значит, doesn't – негативный глагол, да, negative verb, anything – сходится. Второе. Don't tell anybody. Никому не рассказывай. То же самое. Негативный глагол. Anybody. Никому. There is nothing to do in this town. Ничего нету делать в этом городке. То есть позитивный глагол. Но мы помним. Мы должны отрицать. Значит, nothing в этом городке. Репетитор по скайпу. Smart Teacher 197.